нравится, нравится, друг друга с ума сойдем. Поцелуй ведь без тебя мне не справиться. Они думали, мы упадем. Океана не станет, мне это нравится, нравится. Антигелик, ну что-то это будет бред. Ну хотя не знаю, в принципе, можно назвать антигелик, потому что как бы мы будем строить самый обычный УАЗ, он 80-го года на военных мостах, и будем строить мы его для соревнований по бездорожью, потом будем снимать все, как мы будем там на ней наяривать по соревнованиям, там по бездорожью и все такое, там оффроуд, там все дела. Маленькую работу мы уже провели с ним. Сейчас даже покажу какую. Короче, у нас тут было что-то с карбюратором. Мы его сделали. Вот. Смотри, что по салону у нас. Ну, салон у нас, конечно, жопа. Вот, мы поставили второй бак топливный. Вроде как он работает, но это пока что не точно. Это надо будет проверять и все такое. Нужно будет поставить предохранитель, но это, в принципе, фигня. Потому что из-за кое-чего мы сожгли все предохранители, вон они там лежат. Вот, короче, из-за чего мы сожгли предохранители. Это ксенон. Ксенон на УАЗ. Вообще, кто-нибудь такое видел когда-нибудь? Чтобы на УАЗик ставили ксенон. Вот такой ксенон мы поставили. На две фары. Но пока не установили, потому что у меня в планах, и как раз вот сейчас я буду этим заниматься, это покрасить вот эти ободки. Я точно не знаю, как они называются. Но они, короче, хреновые стали все. Все в какой-то ржавчине, царапинах и все такое. И я хочу их покрасить в черный матовый цвет. Вот купил краску. Вот, и думаю, на ней будет смотреться это вполне нормально. Еще я хочу вот эту решетку покрасить. Еще хочу вот это покрасить тоже, черный матовый. Вот этот бампер. Еще сзади там хочу этот, тоже задний бампер покрасить, короче. Вот эти штуки тоже, наверное, покрасим, если у нас краски хватит. Вот эти. Ну, короче, покрасим все прикольно. Я купил много всякой фигни. Я закупился сегодня на 3000. На 3000 для УАЗика, чтобы он у нас стал как новенький. Всякой фигни там мы покупал разные, которые нам, скорее всего, понадобятся. Вот, и будем готовить его. В общем-то, вроде все, что хотел, я сказал. А, кстати, следующих серий, в ближайшем будущем, где-то серии через две, у нас появится нормальный звук, потому что у меня уже есть петлички. Короче, ребят, камера у меня выключилась, я не знаю, чем я остановился, но, короче... Пишите свое мнение, что вы думаете по этому проекту. И вообще, продолжать мне его снимать или нет. Пишите ваши предложения, как назвать этот проект. Пишите, что вы хотите увидеть в этом УАЗике. Будем покупать, стараться все делать. И все такое. Короче, сделаем из нее прям вообще конфетку. Вот, ребят, я надеюсь на вашу поддержку, поэтому ставьте лайки и продолжайте смотреть. Все, а сейчас начинаем. Почти готова, я ее уже почти всю тряхнул. Не знаю, как я это определил, но мне кажется, уже готово. Так, вот я приготовил покрасочную камеру нашу, потому что красить нам больше негде. Ну, будем колхозить машину. Что я еще могу сказать? Сейчас вы увидите, как профессиональные маляры работают. Потому что я никогда в жизни вообще ничего не красил, кроме там заборов там и всего такого. Ох, ну что, с Богом. Посмотрим, как он попал. Она не ставит, мне это нравится, нравится.
плохо это или хорошо она выглядит. Потому что пока мне на самом деле не очень нравится этот цвет. Он какой-то серый. А вообще это должен быть черный матовый. Все, вроде покрашены. Экзибер. Вот оно что. Ладно, посмотрим, как будет выглядеть потом. Кстати, ребят, я вот еще хотел вас спросить, а что вы думаете по поводу нового канала? Мне создавать новый канал для всего этого проекта и снимать все на отдельный канал? Или продолжать снимать на этот, на который я сам снимаю постоянно всякую хрень? Вот, туда снимать или туда? Решайте сами. Вот, кстати, как у нас получилось. Ну, честно говоря, если так посмотреть закрытым глазом, то выглядит неплохо. Посмотрим, когда она подсохнет, как будет выглядеть. В принципе, вот смотрите, на бумаге краска подсохла. Он такой сероватый все-таки цвет. Не прям черный. Мне нужно, чтобы весь цвет поглощало. Ух-ух-ух. Надо будет вот это все зашкурить. Подготовить покраске. Надо будет вон там все бумагой обложить, чтобы я случайно радиатор не покрасил. Так, а там что это такое? О, там отвертка лежит, классно. Нашел отвертку. Вот она пригодилась. Ладно, ребят, сейчас, наверное, этим займемся. Тут бумагой все обклеим. Я купил специально малярный скотч, чтобы все другое не загадить. Если что, вот специально для умных. Эта решетка не снимается. Она там приварена к самому корпусу, поэтому снять ее нельзя. Это специально для умных. Вот. Сейчас, короче, будем делать. Так, в общем-то, на сегодня вроде покрасил все, что хотел. Завтра будем продолжать. Это для вас будет в одной серии. Вот, смотрите, я покрасил решетку. Она уже даже почти высохла. Покрасил, конечно, кривенько. Я тут вообще все облил краской случайно, потому что почему-то этот малярный скотч, он не клеится, короче, на металл. Поэтому тут везде крапинки черные, я это завтра буду убирать. А так вроде решетка покрашена нормально. Нигде не осталось этой синего цвета. Она вся черная. Вот, завтра еще сделаем второй слой на это. И на это я сейчас тоже второй слой нанесу, потому что она тоже подсохла уже более-менее. Правда, блин, я боюсь то, что капли будут, разводы всякие. Ну, вроде... Вот сейчас вот так вот смотрю, вроде разводов нету. Но вот тут вот, где краска еще не подсохла, тут есть разводы и капельки. Вот, надеюсь, это потом все станет нормальным и все будет хорошо. Сейчас сделаю второй слой, значит. И увидимся уже завтра. Будем делать, наверное, бампер. Поставим, скорее всего, фары, если они высохнут завтра. И вот, в общем-то, продолжайте смотреть. В общем-то, ребят, настал второй день. Смотрите, как у нас получилось, значит. На самом деле, хреново получилось, потому что у нас тут подтеки в некоторых местах. Тут вообще по жести потеки. Ну ладно, в принципе, если не сильно всматриваться, то этого не будет видно. Поэтому, надеюсь, смотреться будет нормально. Ну вообще, вот так вот, если примерять, то, в принципе, смотрится прям вообще очень классно. Поэтому посмотрим, что получится. Сегодня в планах у нас почистить, значит, вот этот бампер от грязи. У нас есть специальные щетки на дрель. Дрелью, значит, почистим тут все. И, скорее всего, сегодня и покрасим ее. Так. Еще в планах убраться в салоне, может начать делать проводку, короче. Сегодня весь день посидим в гараже, скорее всего. Будем все делать. Ну, ладно, ребят, продолжайте Обработали весь этот.
короче, все прям до блеска сделали, ну, примерно. Ну, короче, нормально. Вот. Обезжирили его, сейчас будем делать. Да. Все сняли ненужное, какие-то лишние болтики открутили. И сейчас будем красить. Думаю, получится вообще классно. И потом поставим фары и посмотрим, как все это будет выглядеть. Думаю, будет вообще классно. Короче, ребят, приготовили место примерно. Как-то так. Сейчас попробуем, посмотрим, как получится. Покрасим сейчас еще эти крючки. Не должно получиться нормально. Еще, думаю, второй слой сделаем. Там краски, в принципе, есть, хватает. И даже на остальное все хватит. Так что вот сейчас будем смотреть, немножко подождем. Главное, не забудь, что он покрашен и не трогать его. Все. Ну ты долбоёб, что ли, Санек? А ну нормально снимать можно, блядь? Давай. Че давай, блядь? Последние два слова скажи заново и все. Вертикальное видео — это самое охуенное, что... Я надеюсь, ты годишься и хочешь. Но у меня все равно сильные джинсы. На самом деле надо было все видео. В общем-то, ребята, решили, пока это сохнет, короче, заняться баком. Купили, значит, болты. Когда бак ставили, мы там на крепление, вот эти крепления торчат, вот эта хрень. Короче, там, ну, не закрепили, потому что там болты сгнили, короче, и крепление не ставилось, ну, вот эти болты. И сейчас будем устанавливать как раз болты, которые мы новые купили. Надеюсь, они подойдут, потому что мы не замеряли на глаз, купили их. Если не подойдут, будет, конечно, хреново. Но если что, у нас есть дрель, если что, сделаем новые дырки. Короче, у нас вот такие вот болты там были, они все сгнили, резьба вообще никакая. И поставили вот такие вот новые болты, короче. Вот, все держится, все круто, классно, зашибись, замечательно, да. Он ничего не сделал, мне тут подставку под ногу сделал только и все. А я вообще устал, не могу. Ух. Ладно, ребят, смотрите, что будем делать дальше. Короче, ребят, вот так вот выглядит наш пчинул. Да уж, конечно. Мы столько замучились тут вообще. Выглядит, конечно, прикольно, но у нас вот одна вот эта хрень, она кривая, короче. Мы с ней мучились, наверное, полчаса, если не больше. Потому что тут зазор, короче, смотрите какой. Вот, сверху тут целый палец вымещается, вот. А вон там вообще хорошо встала, она и сама с виду ровная. Тут, конечно, вмятина есть где-то. Вот, тут есть вмятина. Краска немного облезла, короче, хреновая краска. Надеюсь, с бампером такого же не будет. Потому что бампер мы обработали более серьезнее, чем фары. А, вот. У него есть поверхность, чтобы цепляться. Они гладкие были, поэтому, скорее всего, краска облазит. Короче, решеточка у нас тут. Нужно будет потом прибраться, все сделать. А так вообще, ладно, хоть поставили. Короче, ребята, вот такую вот мы работу провели. Скорее всего, будет еще что-то краситься, но это уже не на видео, это мелкие детали будут. Ну, конечно, тоже будет в видео попадать, но не отдельный ролик на это будет. Вот, короче, сделали мы фары, получились они классные, сделали бампер. Он даже уже высох почти. Сделали, кстати, два слоя. Даже второй слой уже почти высох. Вот такие дела, короче. Еще там в салоне, короче, прибрались немножко. Пытались сделать бак. У нас ничего не вышло, там какая-то хрень заела, я сейчас тут оставил, короче, там этот, ВД-шкой залил все, надеюсь, что-нибудь изменится из-за этого. Вот.
Вот такие дела, ребят. Если вам нравится такого рода видео, ставьте лайк, пишите комментарии. Будем дальше улучшать этот УАЗик, потому что на него большие планы. Мы должны сделать из него победителя. Будем участвовать на соревнованиях, в гонках, там, по бездорожью. И он нас должен тащить. Причем тащить серьезно, потому что будет не против УАЗиков, а там против нормальных машин, нормальных внедорожников. Ну, правда, он тоже нормальный, я ничего не говорю. Ну вот, но там машины посерьезнее будут, поэтому вот будем его делать. Вот. Если вам понравился этот ролик, пишите в комментарии, пишите, как хотите назвать этот проект, и пишите, что вы хотите увидеть с этим УАЗиком. Будем смотреть ваши комментарии, обсуждать это, и как бы тоже внедрять все это в эту машину. Ну, в общем-то, все. Пишите комментарии, ставьте лайки. Всем удачи. Подписывайтесь на канал, конечно. Всем удачи, всем до новых встреч. Пока.